Чем занимаешься? Я писатель. Небось, кучу книжек продал? Да я уж давно ничего не писал. Ничего путного. Я могу помочь? Нет. Завтра же займусь сараем. Джек, у меня нет денег. Слушай, у меня идея. Кто бы сомневался. Напиши нашу историю. Какую еще историю? О писателе, успешном в свое время, но недолго. Он не может больше писать, лезет в бутылку. Обедая как-то в придорожном кафе, он повздорил с дальнобойщиком. Но тут же вмешался незнакомец. И выручил его. Начало ничего. Давай, продолжай. Ты же писатель. Ты пиши. Кто тебе разрешил это брать? Пол, ты куда это? Забыл наш уговор? Не ожидал такого поворота. Извини, что напугал. Хотел показать, как это бывает. Ты кого-то ждешь? Пол, без глупостей. Не надо меня бояться, Пол. Я здесь, чтобы помочь тебе. Не вынуждай меня. Я ведь так и убить могу. Мишель Эмерсон, она должна была доставить посылку. Сюда? Да. Осторожно! Стой там! Ты так и не понял, да, Пол? Антонио Бандерас, Джонатан Рис-Майерс. Я единственный, кто пишет эту историю. Открывай! Назад! Как тебе такая концовка? «Черная бабочка». Кино с 8 июня.